Я создал. Ой, ёпта. Набежало сколько сразу. Бля, что за хуйня? Сколько там людей? Ты все занято, что ли? Нет, ты же зашел. Или не зашел, или это глюк. Ну, что-то я зашел, но я себя не вижу. А, в общем, короче, проблема в том, что мы не успеваем настроить армию, блядь, потому что эти долго строятся, да? Что мы можем с этим сделать? Нихуя не можем. Надо кого-то других тоже строить. Ну, короче, стратегия, знаешь, какая сейчас? Я попробую. Я буду строить этих курсаров плюс наемников, лошадок. Наемников? Лошадки именно, которые типа набег делают. Этих казачков. Да, я понял. Вот, и попробую такое же облако создать для набега. Давай, принеслай. Два сильных. Против нас троих дебилов. Главное, чтобы я сейчас не раскидала, бля. О, заебись. У меня вчера, блядь, так блок питания перегрелся, что пиздец, блядь. Пятно аж осталось на диване, блин. Ты бережешь комп. А он у меня вчера там завалился, блядь, я даже не посмотрел. Сейчас я его на пол кину, блин, надеюсь. Не сгорит нахер. Чё этот там, блядь? Казак Ваканда, блядь. О, иди. Thank you.
шарик делаю. Неплохо. Пучки делаются. Даже не знаю, кого бояться, оранжевого или зеленого. Оранжевый выглядит внушительно. Thank you.
далеко. Это про 17 век. А что у тебя 18 не смотрит? Бывает, бывает. Если мы вдвоем на него или троем, то, в принципе, проблем не будет. Но, в принципе, да. Ладно, еще 5 минут. Двигается. Одна минута. Так, на зеленого еще надо посматривать. На нем поможет.
напряжение. Так, ну там гренадеры как бы. У меня в принципе. Но! Да. Ну, сейчас она тут пушка появляется. Зелененькие меня фаршинули немножко. Вернее, не меня, а синего. Ко мне какой-то синий, блядь, пиздует, блядь, эвакуация на всякий случай. Наверное, да. Одного рабочего отправил, блядь. Обратно пошел, блядь. Так, это ты там там, блядь? А чё это там, блядь, это, с этим крестьяном ходит туда-сюда? Кто к тебе, кто ко мне? Где он там у тебя что-то построил? А не, вроде ничего. Устроим диверсию небольшую. Отвлекающий маневр.
Пусть замешкаются. Я пошел там на них немножко сверху и снизу. Капком? Чего? Капком? Ей, я захватил нахуй. Что такое? Слишком много войск. Ну, захватил, ну вот у меня шахта стоит, ты просто там, вот шахта на юге такая, там, а, тихо, я не могу. Блядь, жалко, надо. Ну, он подвел войска, он убил. У меня одна шахта у него захвачена, у меня один крестей не знаю, с какой скоростью я должен, блядь. Ладно, рискну. А, он его пристрелит он его сразу. Ну, он его уже пристрелил. Да. А, нет, ну, да, надо, чтобы он уж отошел. Ну, блин, если я туда коняшек отправлю, я живой там не останусь. Не останусь. Так что... Вон, смотри, можно крестьянина захватить зеленого. Хочешь попытать? Ну, можно устроить набег просто небольшой. Вот этим вот эти прикольно, то что, ну, они быстро строятся, эти наемники. И можно как бы, ну, сразу такую кучку взял, направил. Я вот не знаю, захватил, что мне сейчас делать? Развивать, конечно. Ну, хотя бы на коней, чтобы кони легко развить. Товар мы опять я его шахточки захватил. Я турку теперь захватил.
А, все, гандон сдался. Который? Не знаю. Неинтересно, блин. Ну, вроде бы там столько очков у него было. Ну да. Может, ему не понравилось, что на беге устроил? Не понравилось. Ну ладно, давай контратаку, блин. Это там коняшек. Так, ну ладно, тогда нам с той стороны бояться тогда уже нечего. Теоретически. Сорок минут.
Смотри, у оранжевого больше всех очков было. Да. У оранжевого больше всех очков было. Так я и говорю, я уже очковал, блядь, как он называется. Еще они там даже блин не получают. Так. Yes, 19 побед. 19 побед, чувак. Еще одну надо, и тогда ты знаешь, помощник есть или нету. Да, кстати говоря. А ты, кстати, можешь проверить, у тебя уже 20. Что-то они как-то вообще слабовато. То есть нас было на одного больше, вообще ничего не будет. Угу. Блин, короче, вчера смотрел этот самый, как его? Кто как играет? И там был такой, типа, ну, прикольная такая стратегия, только это с пушками работает. Короче, выставляешь квадрат из этих, которые многострельчатые, которые, ну, круговые эти пушки. И в середину вставляешь туда, не знаю, какой-нибудь отряд какой-нибудь. И все, пиздец, он неубиваемый. Ну, это с пушками надо играть, да. Против пехоты, да. Против пехоты вообще охуеть. Поэтому они вбиваем отряду хуяк, и пушек не банули. Ну, но это еще подойти надо как бы. Ты можешь в серединку впердолить туда дальнострелы. Но это надо просто мега контролировать все. Блять, нахуй это 415 рублей. Не знаю, может он против нас всех хочет сыграть. Ой, я что-то не выбрал. Надо еще один. The last one. Как-то... Две команды, как бы понятно, блядь. Когда три, блядь.
Ну да, хуёво, когда две команды идут на тебя. Ну да. Не осознавая. О, готовься. Ну давай, бля. I go with Swiss too. Поздно. Ну давай, блядь. Заебал он там. Ходить, выходить. Ей. Ну блин. Один, два, три. Фингер кросс, чтобы нас не разделило там по карте. Блять, пиздец, это хуйня, да? Три команды, блять. Это получается, две команды будут ебашить, блять, какую-то одну. Главное, чтобы этой одной не оказался ты. О, заебись, мы вместе. Супер. Значит, концентрируем свои войска, блядь, где-нибудь посерединке. Будем отбиваться. Вместе посерединке. Ну, а ты не видишь карту? А, еще ты не видишь. Ага. Будем отбиваться от лохов. Ну или я пойду в бой, а ты будешь сторожить. Или ты пойдешь в бой, я буду сторожить. Есть. Хуй знает, сейчас посмотрим. Или сдохнем сразу вместе. Это да. Братская могила будет. Блин, вот давай. Самое обидное, что, блядь, какой-то один лох и вот он долго грузится, блядь. Самое странное, что это будет я. Я первый загружаюсь, потом ты и кто-то еще потом следующий. Ёб твою мать. Что там, сейчас отвалится? Да. Да? Что ж такое чувство? Ну, не. Наверное, у него печень 2, блин. Я, блядь, заебал, мне их строить. Они медленные, блин, передвигаться со мной. Раздражает. Ну так хотя бы, когда там, знаешь, попадают. Не, ну если их в пушку ставить, чтобы они охраняли, тогда да, есть тут еще такое, так?
я шарик строю. Ну, в принципе, неплохо. Ну да, их разделило. Ну ладно, они как бы все для нас, считай, враги. Как ты думаешь, вот одну шашку прокачивает, блядь, или три шашки прокачивает? Я прокачиваю кости и железо для пятерки, а то не передавал свою команду. Ну ладно. Уголь и железо я не прокачиваю. Не, вот просто вот интересно, если эффективность типа одна большая шахта, типа или три, но маленькая шахта. Да, по-моему, я как-то считал, дохуя шахты второго уровня дешевле. Ладно. Прокачаю, пока бабки есть.
я бы не забивал. Зеленый жар, да. Там мне проход открой, что-то там закрыт. Вау, я тоже там размножился.
блядь, интересно, куда этот зеленый пойдет? Ты угадаешь. Ну, он может и на коричневого пойти. Потому что я думаю, коричневый точно на него пойдет. У них в этом плане, да, ситуация похуже, потому что они разделены как-то. Типа с двух сторон нападение. Нас тоже с двух сторон, но мы вместе, мы можем обороняться. Движение пошло. Блять, какого хрена? Я строю забор, рабочие, блядь, идут вообще в другую сторону. Чё за прикол? Ну да, фиолетовый. Забор тут, суки, блядь. Ну чё, мы можем как бы... Так. Подожди, я ещё лимит даю, не подожди, кстати. А, нет. Ну давай, что? Что ты предлагал, пока мы разговариваем? Блин, опасно будет. Тут да, тут такая грань. Надо кого-то, как думаешь, сильного начинать тирачить, блядь, по слабым вместе, наверное, так по-моему. Вот фиолетовый и зеленый, надо кого-то из них, блядь, уячить, фиолетового или зеленого, блядь. Ну смотри, он выводит войска. Кто, зеленый? Да, зеленый. Технически ты можешь подходить. Ты технически можешь дальнобоями подойти к нему. Но подожди, ну пока движения никакого нет, никто ни на кого не напал, так что все ждут, кто первый. Кто первый пойдет. Я могу небольшую диверсию устроить, конечно.
как думаешь сделать? На кого? На фиолетового. На фиолетового можно, да. Я думаю, что надо воевать против фиолетового и зеленого, блядь. Хотя у тех тоже сильные два, но это коричневый самый слабый, мне кажется, надо ему помогать. Ну, в смысле, что потом с ним легче будет справиться. О! Этот пошел нападать на него. Я тоже пойду. Фиолетово? Да. Давай. Двинет он войска, не двинет. А, что-то двинул. Сейчас понимаю, он на меня пойдет. Сейчас дальнобойщиком подвинусь. Ты думаешь, что там пойдет? Ну, хуй знает. О, смотри, зеленый пошел. Блять, у этого зеленого слишком компактная база. Сейчас он двинется, блин. Надо фиолетово прессовать, смотри на него, пошли, блин. Ну давай, попробуем. Блять, небо захватить его нас на нас. Все пропало! Все пропало! Два на you
Там смотри. Аккуратно. Ну что делать? Пробьем дырку у зеленых. А, ну давай синего. Ну да, синего, скажу, не понял. А то они что-то как-то... Они что-то как-то не совсем защищают друг друга. Даже дело не в этом, дело в том, что, ну я могу немножко прессануть его, пока он там свою армию потерял. Не? Подожди, давай теоретовый вперед. Главное, там все шахты уничтожают. Конечно. Thank you.
пока он там ощупается, в принципе, вот это, да. Я не ссать. Блять, надо дальнобойщик куда отправить. Я отправил дальнобойщик куда, знаете ли он, блять. Ладно, получали этого задевать. Давай я отправил дальнобойщик. Блять, короче, надо билетово нахуй дальнобойщик просто закончить. Вот и как он тать подстроил. Не знаю, кто это, неплохо, блять, но это неплохо выглядит. Ну я отправил туда дальнобойщиков сейчас. Они пиздуют. Не подходи там сильно. Коняшек. ММ, чё? А, он просит, наверное, чё? Блин, надо его шанс уничтожить. Ладно, ты там какой тогда? Я пойду вниз. Бомбану. О, фиолетовый съёбу дал. Блять,
Чёрт, какую армию должны построить. Давай вон вот еще. Фиолетового потом или, блядь, рисовать дальше этого. Вон еще шахта. Слышь, надо, вот этого, надо убить этих каких. Крестьян всех убить надо. Тогда мы победили. Вон они там работают. Подожди, не иди туда, я думал дальнобойщиками. Или подойди слишком близко, чтобы они не смогли стрелять. Так, эти зеленые пошли, блядь. Что там? Где там он еще, блядь, может спрятаться? Вон там еще крестьян немножко ставит. Так, ну что делаем? Нужно отправить войска. Вон это вот, да, замочи. Yes. Ну и чё? Как-то, блядь, понял точно скоро. Ну, технически, да. А, вот, тут еще пару юнитов. А, блин, смотри, он начал тут строить, снизу. Вон он тут за забором, смотри. Ну, иду. Там его кореш подошел. Можешь гренадеров прислать? Да. Вниз сюда. Вон там, блядь, игриво, вон там крестьян. А, ну вон, смотри, где моя кучка. Он сейчас пошел опять вниз. Там эти, как его, цитадели. Не цитадели, а, блядь, сити-холл. А что-то,
Взорви их нахрен, что тут крестьян не строят. Так. Блять, этот фиолетовый заебал. Да. Ну я думаю, вот это вот последний. Убей их и все. Он к союзнику побежал. Блять, блять, не построился ни пол. Если я не успею их захуярить, он, короче, выиграет. Ты успеешь. А он сейчас... Да я знаю, успеешь. Сука, быстрее! Еще, последний. Да, есть. Так, у коричневого егеря. Да и вроде ноги. Рядом с десантом гренадеров. Блин,
блядь. Зеленого не трогаем, не трогаем зеленого нахуй. А кого думаешь трогать? Вот этих двоих надо тебе выявить. Зеленый пускай кричит. Ну и вот этого, блядь. Зеленого. Вот этого зеленого будет третий зеленого. Ты понял? Да. Потому что, блядь, зеленый мы потом, ну, вдвоем его как бы забьем, блядь. А вот, сука, этих двоих, блядь, ну, это не проблема, потому что коричневый там. Так, ладно, я сторону нас Да, вижу. Сейчас я подойду к тебе с дальнобойщиком. Так, коричневый там что-то хочет в обход пойти. Я ему не дам. О, ебать, ко мне тут пришли. Ох. На глаза, глаза. Сейчас, подожди. Здесь они могут... Это он супер кучку собрал. Стоим пока тут, да? Вот да, в, да, в, да, этой, в этой кучке. Так, а где? Вот у нас там кучка, блядь. У меня даже еще осталось 130, конечно. Я даже забыл по второй нарке. Коричневый опять идет. Так, зеленый там опять. Ну да, я говорю, зеленый пошел. А я коричневый сказал.
стоим. Останавливаемся. Пока время работает на нас. Да. Еще не так хватает. 1000? У меня всего лишь 200. Да, мне 200. Вот у меня 2 и 1000, я говорю, не хватает. Не, у меня всего 200 не хватает. Блять, коричневый, сука, занял эту горочку. Противнее. Не, ну можно окружить как бы его немножко. Попробовать. Как думаешь? Блять, голубого или как это цвет называется? Я попробую там дальнобойщика достать. Давай вместе пойдем. Ну, давай, ну давай кучку. Есть у тебя кучка небольшая? Блядь, ты там смотри. Ты там смотри, чтобы эти. Нет, я на, не на гору, вон слева я подойду. А, ну ладно, ладно, хорошо, хорошо. Попробую. Чуть-чуть подкосить. Он пойдет на перехват. Давай этих лучше, которые быстро бегают. На сабле. Блять, все-таки драгуны 18 века лучше. Давай другую ногу. Так, там заходит сбоку, слышишь? Уёбки пробили, блядь. Давай, ликвидируй. Попытаюсь, блядь. Блять, не успеваю добежать до них. И ко мне, блять, сука, зашли. Сейчас я их перебью. Все. Миновало. Блин, я даже не заметил, как они там. Сука! Блять,
егеря. А я там стою. Подвинь их чуть вперед. Я знаю. Отвлеку их немножко. Да,
Отступаем. Это да. О, на нас пошли. У меня больше всех очков, круто. Ну, сейчас немножко подождем. Я тут чуть-чуть. Ну, зеленому тоже можно диверсию устроить сбоку. Блять, посмотри, как он идет убрать. Я знаю, да, но он сразу типа чукнет вниз, а мы можем дальнобоями подходить. Я, в принципе, не хочу вот сейчас немножко подходить на эту горочку. Ну что,
А, лимит? Ну давай тогда нападай. Мы можем, знаешь, что сделать? Давай встречаемся посередине. Возле, между ними. Между ними, короче. Давай. Ты одновременно туда, сверху или нет? Ты налево, я направо пойду. Или вместе пизданем. Ну давай, короче, встречаемся там, да. только пока не нападай. Я пока дальнобой. Вот я к этой горке подойду, где-то на горку пошел, я вот с ним там дальнобоями две банды оставил. Блин, стреляет. Гаденыш. Ага. Блять, как у меня два коня забежало, блядь, ничего не забыл. Да, я пока остановился. Ты что там пошел, да? Давай, кстати, я тоже сюда. Давай там стоим возле забора. Так, он дальнобоями пошел на нас, коричневый. Блять, они могут и удачно. Блять, чё, у меня еды нету? Блять, где базар? Блять, чё, твою мать? Забыла Нет, я про них типа сыпуну и шли.
Так, эти, блядь, белки нахуй бесполезные. Как бы нам лучше было делать. Да. А ты делаешь в академии апдейты или нет? У второй нации типа. Да, да. Тот же самый прокачивал Да. У меня юнитов пока нет. Он там уже отошел даже. А видел, смотри, у них, короче, прикол такой, что они строят формейшн, и они добавляют туда по несколько этих офицеров. Нет. Вот он шел сейчас кучкой, и у него, короче, было там по 5 офицеров. Ну что, там есть какой-то вот этот прикол? Они сейчас там будут шкериться, блин. Реально, только мы нападаем.
Так, 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 так. Все строится, ловушка мутится. Хо-хо-хо-хо-хо, блядь. Пизда им будет, короче. Ну чё, может мне там подойти? Подходи на зелёного. Давай. Сейчас иду. А, ты тоже на эти шахты нацелился? Я тоже пошел на эти шахты. Да, хуй знает, я там. Давай, на. Ну, одну шахту только. Ладно, ладно. Я сейчас попробую занять эту горку его. Которую он там. Вот, даже еще что-то там захватил. Где? А, это. А, это спас. Да. Нахуй.
Чё там, бедный фиолетовый, салатовый? Не дай ему. Вот черт, чухнул, блядь. Коричневый. Я хотел горку занять, а он чухнул. Ну ладно. Стоим. Поэтому так сложно было. Чуть-чуть. О-хо-хо-хо, ты видишь, коричневое движение дал. На нас пошел. Да, на нас пошел. Он отправил всех, поэтому я так думаю, что его типа заебало.
А зеленый тоже походу сдался, да? А не, еще не сдался. О, бляха, мне опять не жачка. Это много юнитов. У меня даже золота больше, чем жрачка. Ой, ладно. Блин, какая жрачка есть. Что это такое? А, он все заделал. Молодец. Ну, у тебя больше очков, чем у меня. Крутяк. Давай подводи и уничтожай. Давай, подводи. Thank you.
Еще отдал-то. Где еще? Еще двое. Фиолетовый? Да, мне кажется, он сильнее зеленого. Ну блин, видишь, если по статистике смотреть, то да, все на высоте были. Нет, ну вот эти двое, которые были такие сильные были, как эти. Зеленый. Но зеленый практически сидел, он ничего не делал. Он только наращивал мощь. В принципе. Да. А, где Score Dynamics? Да, да. Так. А что у нас по юнитам? Wood, Food, Cold, Iron, Cold. Вон у тебя 1500 какой-то момент. Ну да, видишь, война началась, и у всех просто очки рухнули. Ну и коричневый технически еще держался как-то. Ну, блядь, я не знаю, как эти очки вообще, чего они там, еще количество военных юнитов, да, как вообще, почему они так. Не знаю. Зависит, наверное, еще от насколько ты быстро юнитов там строишь и все такое, обороняешься. Убиваешь. Ну да.